Студия позитивного мышления с Татьяной Салмановной Мактум Сайфуддин. Это моя книга «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Я была Александровой Татьяной Юрьевной. Официально поменяла мое имя, отчество и фамилию на Татьяну Салмановну Мактум Сайфуддин. Вот такие вот дела. Книжку написала. Ну, в общем, ну, очень здесь, конечно, знаете, очень интересно, на самом деле, читаю. Книгу читает автор. Знаете, книгу читает автор, это я. Сама, знаете, очень удивляюсь. Знаете, я, конечно, написала эту книгу, знаете, вот это вот, по 2007 году, знаете, так вот, идеализировала я, в общем, на самом деле. Писала книгу на основе прочитанной мной вот так вот литературы. В общем, конечно, что мне, знаете, вот так вот, такое вот, очень такое вот, посчитала интересным. В общем, включила в мою книгу. И потом очень долго удивлялась, почему-то я книгу написала, в общем, достаточно богато жила на 56 Road, Bloomfield, Connecticut. Сюда, в общем, как-то приехала. И как, знаете, вот, Россия, Санкт-Петербург, Комендантский 32-92, это самая квартира. В 2008 году, вот, и как-то так, знаете, в комнате, вот с балконом, так, в общем, достаточно скромно, в общем, как-то вот так вот. Ну, книжка мне не пошла, да, ничего, там, сколько я там, 10 тысяч долларов потратила на тираж этой книги, 10 тысяч рублей получила, 10 тысяч рублей, вот, я ее пыталась распространить через интернет, в общем, как говорится, у нас здесь, в Санкт-Петербурге, через, так скажем, кто взял это, обзванивал, кто вот брал на реализацию, там я отдала, в общем, пачки, там сколько-то пачек книг. Ну, книга не пошла, просто, знаете, сейчас вот читаю, очень, конечно, так вот, знаете, она, знаете, вообще написана таким, просто написана, и как-то, знаете, мне очень хотелось, чтобы она как-то вот подвигло людей на что-то хорошее, понимаете, знаете, такая, и тематика такая, и чтобы мотивация такая, знаете, я ее так писала с такой душой, столько души вложила в эту книгу, в общем-то писала, потом там, знаете, что-то дополняла, прям, знаете, какие-то слова, предложения, прям в предложение там слова вставляла, то есть писала много лет, понимаете, там по 10 часов в день, казалось бы, книга не такая большая, я так над ней вообще, над этой книгой работала, думаю, так, вот та глава, туда еще нужно предложение ставить, вот это там, вот это, то есть, ну, настолько я, понимаете, хотела, чтобы она была такая мотивирующая, знаете, как вот бывает мотивирующая речь, а чтобы книга, знаете, так вот взял, почитал, и чтобы она себя так мотивировала, и мотивировала к хорошему. Знаете, вообще идея какая была, чтобы человек, который хочет изменить свою судьбу, чтобы он взял эту книгу, прочитал, в общем, ну, посмотрел, что там написано, применил эти знания, ну, отчасти, ну, может быть, не все, отчасти, в общем, применил в знания, и чтобы его жизнь изменилась в лучшую сторону. Идея такая была. Ну, в каком плане? Чтобы человек стал жить лучше, чтобы он нашел, не знаю, там, любимую работу. Кто-то хочет, кто-то не хочет семью, кто-то у кого-то там, видите, там, встретил любимого человека, понимаете, вот это вот, был счастливым, то есть как-то вот это. Ну, в принципе, знаете, как-то у людей обычно, знаете, хотят жить хорошо, счастливо, знаете, в большом доме, при машине, при, в общем, при деньгах, при, наверное, хорошей работе, или чтобы, знаете, что-то какое-то такое... Ах, в общем, блинчики, в общем, жарю блинчики. Понимаете, идея-то какой, знаете, идея книги была такая. Здесь, вот знаете, написано много, но, знаете, вот основной момент и основное такое, что есть такая невероятная сила, это, наверное, на другой странице, я там, знаете, вот написала, сейчас, знаете, я зачитаю, да.
зачитаю. Ну, я могу и своими словами сказать. Знаете, где-то на какой странице у меня написано это? Сейчас. Где я там написала? На какой странице? На этой странице. А, ну здесь, на 11 странице я и написала, да. И начать необходимо со знания того, что сила и энергия, чтобы стать богатым и процветающим, находится внутри каждого из нас. И этот источник имеет духовную основу. Великая сила предоставила нам средства, слова, мысли и воображения для достижения всего, что нам необходимо. Так что вот, а основа книги, что тот человек, который хочет изменить судьбу, он как-то должен поверить вот в эту силу, обратиться туда, вот, и как-то, чтобы к нему пришло понимание, ну вот что он может сделать, например, хорошего? Хорошего для себя, для своей семьи, для мира. Вы поняли, да? Ну, у всех разные там, знаю, призвания, предназначения, таланты. Вот. Но основа такая, понимаете, основа, она божественная. Но есть люди, которые есть неверующие, есть различные религии. Поэтому у меня здесь вот дальше там в книге написано, там, кто называет это, в общем, там, Богом. В общем, понимаете, вот такая вот тут основа, вот эта вот основа была. И я подумала, что, ну, может быть, надо было, знаете, как-то еще вот это вот подчеркнуть и как-то вот, в общем, как-то вот это вот, я не знаю, как-то, может быть, это надо было на каждой странице об этом написать. Потому что это основное, понимаете, основное. А не так, что, понимаете, вот кто чего, что вот так вот не пожелал, все будет. Понимаете, это как бы это не совсем так. Понятно, я сказала? То есть поверить в эту силу, обратиться к ней и найти свое такое предназначение в жизни. И, знаете, ну такие, знаете, так написана она у меня так вот, знаете, вот так, так вот она, вот это вот, вообще, вот это вот главное основное вообще, главное основное. То есть, ну много всего интересного, дальше можно там по пунктам, но это, понимаете, такое главное основное. И в этом большое отличие от книги «Секрет», от фильма «Секрет». Там говорят, вот что не пожелаю, вот это пожелаю, то пожелаю, там каталог, у тебя все будет. Вот, ну, вы понимаете, да, то есть это все что-то как-то вот это вот, это вот такой момент. Вот такие вот дела. Сейчас я найду, где я еще более конкретно, на какой-то странице более конкретно об этом писала. Студия позитивного мышления.